Школа номер 597, новое поколение, город Москва. Руководитель Марина Корчагина, педагог Алексей Терехов, педагог по танцу Евгения Зуева, Кадриль Шестёра Свердловской области. Один из плясунов в кадриле – рекрут. Он ходил по деревне и выпрашивал у девушек ленты, либо они сами ему их дарили, привязывали на руку. У какого рекрута было больше лент, тот считался самым важным.